Итак, сегодня я покажу, как я мешаю бетон на своей бетономешалке Кротон 180. 180 литров, но уже по опыту вчерашнего дня я хочу сказать, что оптимально получается в ней один замес, ну так называемый 50-литровый. Что входит в состав 50-литрового замеса, если кто-то не знает? В состав входит ведро цемента, считается 12 литров, так как мешок у меня 25 килограмм, ну будем считать, что он 25 литров. Значит, пополам мешок — это 12 литров. Ведро воды тоже 12 литров. 3 ведра песка и 4 ведра щебня. Щебень у меня гранитный 20-40. Не очень хороший, но какой есть, я имею в виду, не очень хороший, чтобы крупноват все-таки для работы вручную. Вот я поэтому и покажу, как выглядит работа меня на бетономешалке, несмотря на мой маленький опыт работы. Возможно, я что-то делаю неправильно. Если кто-то меня поправит, я не удивлюсь. Но я делаю именно так. Я учусь. Ветрено. Я немножко укрыл камеру по возможности. Но смотрим, что получится. Thank you.
Ну вот так примерно выглядит цикл моей работы 50-литровой. Таких циклов мне сегодня предстоит сделать 12. Это первый. Осталось 11. Будем продолжать как-то так, малята.